Независимый кандидат в президенты Игорь Дадон продолжает общаться с населением Молдовы. В селе Карахасань Штефанботского района в здании местного зернохранилища прошла встреча с избирателями, на которой главной темой была поддержка сельского хозяйства. Стоит отметить, что Штефанботский район – один из наиболее пострадавших от беспрецедентной засухи этого года. Сельхозпроизводители поблагодарили за субсидии, выплаченные им за потерю урожая зерновых первой группы, отметив, что еще никогда за все годы независимости Молдовы фермеры не получали такой помощи. В свою очередь Игорь Дадон выразил признательность за преданность делу и усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны, несмотря на низкий урожай. Создание рабочих мест – другая важная тема, которая обсуждалась независимым кандидатом в селе Талмаза. Игорь Дадон рассказал о своих планах по созданию новых рабочих мест для молодых специалистов, чтобы они оставались работать именно в сельской местности. В районах по-прежнему ощущается нехватка кадров, в том числе врачей. Но и в этом направлении мы проводим большую работу – поэтапное удвоение зарплат медицинским работникам, выделение льготных кредитов на покупку жилья. Эти и другие меры призваны способствовать возрождению села и развитию экономики в регионах, сообщил независимый кандидат в президенты.